Добрый день, уважаемые гости, дорогие наши учителя, дети и родители. Нам 65. А это срок немалый. За эти годы вторая школа выпустила тысячи ребят. Но ностальгию сегодняшнее событие в первую очередь вызвало у преподавателей. Ведь они посвятили этому месту свою жизнь. Я пришла сюда, в эту школу, из четвертой школы. Там я работала директором, потом ушла на пенсию. И учителем уже пришла сюда. И буквально на следующий год начался ремонт. Крыши здесь не было. Мы ходили в первую школу, во вторую смену там учились. Вот так вот я начала здесь работать. Ну, а потом после ремонта пришли сюда. И так потихонечку. И столько лет отработала после пенсии. Администрация Ленинского района пришла не только поздравить и выразить благодарность ветеранам педагогического труда за их многолетний добросовестный труд, но и поделиться теплыми воспоминаниями. Для меня вторая школа, я объясню почему, она очень дорога. В далеком 84-м году я познакомился на территории школы с своей будущей супругой, которая закончила эту школу. Поэтому, дорогие друзья, я прекрасно помню все 32 года, как видоизменялась эта школа. Внешность – ничто без содержания. Но, как уверяет руководство школы и ее ученики, со вторым здесь тоже полный порядок. Здесь очень хороший дружный коллектив, здесь семейная обстановка и очень психологичное отношение к детям. Я люблю нашу школу, здесь у нас самые лучшие учителя и самые лучшие друзья. Этот праздник для нас, учеников, учителей, очень много значит, потому что школа, наша школа, дала нам все – друзей, подруг, роман. Школа развивает, но в то же время развивается и сама. Основное здание обители знаний будет обновлено и улучшено. А в дополнение к этому в новом микрорайоне Зеленой аллеи возведут новый современный корпус. В полном объеме войдет в строй уже с 1 сентября 2016 года. Сейчас заканчиваются там отделочные работы. Соответственно, где-то с мая-июня месяца мы приступим к комплектованию полностью мебелью, оборудованием. Так что в ближайшем будущем у молодого поколения будет еще больше возможностей получить знания. Как говорил великий, учиться и еще раз учиться. Александр Шишов, Евгений Петров, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ.